Вітаю вас, церква. Дуже радий бути сьогодні серед вас. І знаєте, це я так думав, це гарна нагода, що приїхати на благословіння внучки. Знаєте, це добра нагода. І коли ми, як чули в на початку зібрання, бачимо дітей, своїх дітей, це благословіння. Слава Богу. Знаете, наверное, дальше перейду на русский. Когда я сидел, волновался, думаю, ну как же я буду на русском? Но когда я услышал, что Сергей начал молиться на русском, а потом перешел на русский, мне стало легче. Я не один. Но учимся. Знаете, я недавно услышал такой, общался с ним братом, капелланом, и он мне рассказал такую историю. Говорит, это было где-то на Волыни. Один мальчик на улице проповедовал, и подошел один такой взрослый мужчина к нему и говорит, ты что, действительно веришь, что Бог есть? Мальчик на него посмотрел, говорит, да, верю, что Бог есть. Он говорит, а я не верю. Мальчишка на него посмотрел, говорит, да вы страшная людина. Тот такой на него смотрит, говорит, это почему? Говорит, даже демоны веруют, что Бог есть, а вы нет. И вы знаете, это слово так коснулось этого человека. Он пошел и не находил себе места. Почему я такой страшный человек? И на сегодняшний день это на Волыни один из служителей в церкви поместной, который познал Бога и служит Богу. Знаете, когда бывает какое-то слово, просто простое слово, Бог есть, я верю в Бога, простое свидетельство, может быть, что-то такое, казалось бы, для нас, ну что там, сказал, что-то услышал, но мы не знаем, как действует Божье Слово. Но оно всегда приносит добрые плоды. Божье Слово всегда приносит добрый плод. И когда мы слышим Его, когда мы пребываем в Нем, мы будем видеть Его действия, Его результат, Его посевы. Я хотел бы прочитать вначале Псалом 45, буквально несколько стихов, и поделиться своими некоторыми размышлениями. Это Псалом сынов Кореевых, я выборочно прочитаю. Корей пишет так. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел Он опустошения на земле. Остановитесь и познайте, что Я Бог». Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова. Наверняка, я думаю, не только я один, но когда мы читаем подобные места из Библии, мы стараемся их как-то запомнить, отметить, как-то себе закладку сделать, поделиться с кем-то, потому что это действительно слова, которые дают нам ободрение, дают нам вдохновение, как-то поддерживают нас, особенно когда мы проходим какие-то трудности, какие-то испытания, когда нам нужен ответ, нужен совет, когда нам нужна чья-то помощь, когда мы просто понимаем, Господь, подскажи, помоги, как мне быть, что мне сейчас делать? И вот такие места из Библии, когда мы читаем «Господь нам прибежище», «Господь сил с нами», «Бог упование наше», «Господь помощник наш», мы стараемся как бы обращаться к этим местам из Библии. Но что интересно, когда мы его читаем, да, вот этот 45-й псалом, вообще, если посмотреть псалмы сынов Кореевых, они всегда были такие возвеличивающие имя Господне, говорящие о славе Божьей, о уповании на Бога и о том, каков сильный и могущественный Бог может быть в жизни человека. Но 11 стих, когда мы посмотрим, он как бы немножко разворачивает как бы обращение, когда Асав писал не просто от своего имени, вернее, Корей писал не от своего имени, но здесь мы видим, что как бы идет мысль, либо обращение от имени Бога. Когда мы читаем «Остановитесь и познайте, что Я Бог». И, знаете, я хотел бы как бы немножко остановиться именно на вот этой мысли, что именно хотел Господь донести до нас с вами, почему именно так Он как бы говорит нам, либо обращается, либо что важного в этом обращении для нас с вами. Бог говорит, остановитесь. Наверняка мы замечаем, да, когда мы переживаем какие-то потрясения, что-то произошло,
что-то внезапно случилось. И какая наша реакция? Мы стараемся всегда быстро. Быстро сказать, быстро ответить, быстро отреагировать, быстро что-то сделать, все быстро, быстро, быстро. И потом, как бы, когда прошли эти обстоятельства, события, когда, казалось бы, все уже наладилось, мы начинаем как бы взвешивать, оценивать. И думаем, почему я поспешил? Чего я так быстро сказал, не подумал? Почему я быстро принял решение, не подумал? Почему я, возможно, отреагировал как-то быстро, не подумал, не взвесил? Иногда всего лишь так остановиться так много значит. Иногда вот эта пауза, остановка, я не говорю, что долго, но просто, может быть, на какой-то миг, на какое-то мгновение, несколько секунд остановиться и подумать, Господь, что мне делать? Господь, что мне сказать, Господь, как мне поступить? Господь, подскажи, покажи выход. И когда мы ее так анализируем и понимаем, сколько да, конфликтов бы, возможно, не произошло бы, если бы мы просто не спешили. Сколько бы мы дров не наломали, когда мы просто бы не спешили. Сколько бы мы, возможно, беды не наделали для себя или для кого-то, просто бы не спешили. Кто-то однажды сказал, что есть три вещи, которые мы не можем вернуть. Это слова, это время и это возможности. Но когда мы это все теряем, когда мы быстро делаем. У нас в церкви есть одна сестра, которая любит читать стихи, и у нее есть один стих, она очень часто его читает. «Проклятие века спешка». Вся жизнь это быстро, быстро, быстро. Но Бог обращается к нам и говорит, остановись. Через пророка Иеремию Господь обращался к израильскому народу, когда у них были очень много трудные времена. Из-за своего отступления, из-за своих грехов, из-за своего идолопоклонства. Они много наделали нехороших вещей. И Бог им говорит, остановитесь, рассмотрите, расспросите. Есть какой путь правильный, какой путь истинный. И дальше Господь говорит, и найдете покой душам вашим. То есть, оказывается, всего лишь иногда сделать паузу, выдержку, и оно так много принесет другого положительного в нашей жизни. И когда мы в какой-то момент, когда происходят какие-то бури, потрясения в нашу жизнь, просто останавливаемся, мы можем принять правильное решение. Мы можем обратиться к Божьему Слову. Мы можем услышать Божий голос. Мы можем увидеть тот выход, тот путь, который нам покажет Господь. Но дальше мы читаем, Господь говорит, для чего нам нужно остановиться? Он говорит, остановитесь и познайте, что я Бог. Когда мы читаем вообще Божье Слово и как бы так внимательно и Ветхий и Новый Завет, всегда, либо вернее очень часто, когда Бог говорит о наших отношениях с Ним, мы можем увидеть вот этот, прочитать часто употребляемый глагол «познайте», «познать». Познать силу Его, познать волю Его, познать милость Его, познать любовь Его, познать путь Его. Когда апостол Павел, послание к Ефесянам, во второй главе, первой главе, если я не ошибаюсь, говорит, что его молитва пред Богом, чтобы каждый уверующий, чтобы каждому уверующему Бог дал духа премудрости и откровения к познанию Его. То есть насколько это важно иметь вот это личное познание Бога. Когда мы говорим о познании Бога, мы должны понимать, что это прежде всего не просто иметь, знаете, как флешка, накопитель, какую-то информацию, много знать о Нем. Мы много людей сегодня много знают о Боге. Много людей ходят в церковь годами, много знают о Боге. Могут петь красиво о Боге, могут рассказывать красиво о Боге, но при этом не знать Бога. И познание – это совершенно другие отношения. Это ты не просто когда ты знаешь много, но когда ты знаешь лично. Познание – это другие отношения с Богом. Познание – это совершенно другое отношение к Богу. Это другое понимание Бога. Это не просто, как я сказал, много, но это когда ты лично переживаешь Бога, понимаешь Его, слышишь Его, доверяешь Ему. Знаете, сегодня многие да, пользуются разными социальными сетями, например, в Фейсбуке, либо в Инстаграме, у нас да, тысячи друзей. Мы делимся какой-то информацией, лайкаем, поддерживаем, у нас тысячи друзей. Но если сказать, кого мы из них лично знаем, наверное, не так много. А если сказать, кто действительно из этих друзей, кого мы называем друзьями, является действительно нашим другом, кому мы можем обратиться, кому мы можем попросить, помоги, поддержи, помолись.
Наверное, даже для некоторых людей и пальцев на одной руке будет много. У меня есть, знаете, такой случай был. У меня есть друг в Фейсбуке. Мне как-то Адам Ефодич, зять Рома, сказал, что у него есть друг, которого он лично знает, брат с Ивана Франковского, он живет сейчас в Штатах, который имеет очень, ну, как бы такой очень известный экономист, молодой, но экономист, который входит в топ лучших экономистов мира. Его лекции по экономике стоят очень больших денег, чтобы просто пригласить и послушать его лекции. И мне стало интересно, кто же это такой? Человек с обычной семьи вдруг стал таким, ну, достиг таких достижений. Я нашел его в Фейсбуке, подправил запрос подружиться. Он мне подтверждает, теперь мы друзья. И знаете, и я иногда там смотрю его статьи, лайкаю, что-то там перепощиваю. И как-то я разговариваю с одним человеком, и он говорит, ты знаешь, есть такой человек, Роман Шеремета. Говорит, он там то и то. Я говорю, да, он у меня друг в Фейсбуке. Но, вы знаете, я вам говорю честно, если бы он сейчас зашел сюда, и мы бы с ним увиделись, вряд ли бы мы узнали друг друга. А такие мы друзья. Можно знать много об человеке, но знать лично человека – это совершенно другая позиция. Задумывались ли вы когда-нибудь вопрос, да, какая была самая главная миссия прихода Иисуса в этот мир? Да, мы все понимаем, что самое главное, как мы понимаем, что Иисус пришел, чтобы спасти нас, грешных людей. И это правда. Иисус пришел, чтобы искупить нас и дать нам получить оправдание через Его жертву, через Его смерть и воскресение. Но когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 17 глава, 6 стих, Иисус в своей молитве обращается к Отцу своему и говорит такие слова. Евангелие от Иоанна, 17 глава. «Я открыл им имя Твое человеком, которых Ты дал мне». Более глубокая цель, миссия, которую имел Иисус. Это не просто, чтобы мы были здоровыми. Это не просто, чтобы мы знали, что мы спасенными. Но Иисус говорит, это чтобы мы знали Его Отца. Чтобы мы каждый лично имел познание Бога в своей жизни. Потому что когда мы знаем Бога лично, когда мы имеем познание о Боге в своей жизни, тогда мы по-другому видим, воспринимаем все то, что делает Бог в нашей жизни. Тогда жертву Христа, все то, что Он делает для нас, даже спасение, которым мы спасены, искупление, которым мы искуплены, мы по-другому воспринимаем. Мы по-другому, как сегодня говорил Юрий Михайлович, оцениваем ту жертву Христа, которую Иисус совершил за нас. Почему? Потому что мы смотрим на это с позиции Божьей. Потому что мы смотрим, как Бог это видит, как Бог это переживает, как Бог это чувствует. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна 3:16, который мы хорошо знаем, «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий уверующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И очень легко прочитать этот стих. Но если посмотреть сквозь призму, сквозь фокус познания Бога, тогда мы понимаем, что очень тяжело было для Бога это сделать. Очень тяжело было отдать Единородного. Если бы мы сегодня спросили, у меня есть два сына, и хоть одного из них пожертвовать, чтобы сегодня закончилась война в Украине, я вам скажу честно, я не готов. Даже при всем том, что я молюсь за нашу страну, я люблю нашу землю, но отдать своего сына за даже нашу землю, лично я вряд ли бы на это согласился. Но отдать своего единственного сына за грешника, падшего, негодного, неблагодарного, за человека, за тех, которые предают, которые отворачиваются, которые не ценят своего единственного, возлюбленного написано, это большая цена. Это большой как бы шаг. И единственное оправдание мы этому находим, потому что Бог полюбил. Единственная причина, почему Бог это сделал. И когда мы вот на вот эти стихи, на такое, то, что делает Бог в нашей жизни, смотрим сквозь фокус познания Бога, мы по-другому тогда понимаем, почему Бог это делает, насколько ценно это для Него. Тогда мы понимаем, насколько каждый из нас ценен для Бога, что ради меня Бог отдал единственного своего. Это ценность, это важность. И именно вот эти моменты, вот такие места из Библии для нас открывают именно познание Бога в своей жизни. Когда мы просто знаем Бога, мы вот так просто все и воспринимаем. Но когда мы познаем Бога, тогда мы сопереживаем
то, что Бог в этом видит, и то, что Бог в этом хочет передать нам. И когда, знаете, сегодня много есть религий, да, в мире, которые иногда даже имеют хорошие мотивы. Если вообще так взять все религии мира, у них есть одна цель, одна мотивация. Это найти путь к Богу. Они ищут путь к Богу. Но Евангелие, которое мы проповедуем, Евангелие, в которое мы уверовали, Евангелие, которое мы приняли, говорит о том, что Бог пришел в нашу жизнь. Мы много могли Его искать, много чего могли бы делать, но Библия говорит, что Он пришел в нашу жизнь. И это то, что главное основание, это главная разница, которую Бог показывает нам, то, что Он делает для каждого из нас, когда мы принимаем Его в свое сердце, в свою жизнь. Почему? И когда мы говорим вообще о познании Бога, да, когда мы говорим вообще о том, как, сколько времени мы проводим с Ним, почему мы, нам важно молиться, читать Божье Слово. Это говорит, знаете, когда, например, спросить у человека, который ходит в церковь, ты читаешь Библию? Ну, иногда надо читать, потому что вот если спросят, надо что-то ответить. Ты молишься? Ну, надо же иногда молиться, потому что я же вроде в церковь хожу. Но когда я читаю Библию, потому что я понимаю, что через Слово Божие я познаю Бога. Это другая мотивация. Это другое совершенно отношение. Мы едим, мы кушаем, мы спим, мы ходим к врачам. Почему? Нам в этом, мы понимаем, потребность наша, в этом наша необходимость. Когда мы познаем Бога, мы понимаем, что в этом наша потребность. Мы нуждаемся в познании Бога через Его Слово, через общение с Ним, через Его присутствие в нашей жизни. Однажды у евреев, знаете, есть такая как бы притча, или как, я не знаю, как ее назвать, когда один еврей подходит к своему другу и говорит, как твои дети относятся к тебе? Он говорит, как к Богу. Вау, это как? Говорит, меня почти не замечают, слов моих не слушают, наставления моих не выполняют, но приходят ко мне, когда что-то надо. Знаете, вот приходить к Богу только лишь потому, что мне что-то надо, это, знаете, ну, печально. Но приходить к Богу, потому что ты Его знаешь. Приходить к Богу, потому что тебе нравится с Ним пребывать, находить вообще время, проводить время с Ним, проводить время в общении с Ним, в размышлении над Его Словом. Это совершенно другая мотивация. Это совершенно другая позиция, что я хочу познавать Бога, потому что через познание Его для меня открываются другие совершенно горизонты. Для меня открывается понимание, почему Бог так делает, почему Бог так отвечает, почему Бог так поступает и почему Бог так делает. И как мы познаем Бога? Слово Божие говорит нам буквально два таких ответа. Первое, мы познаем Бога верою. В послании к евреям мы читаем о том, что в 11 главе верой познаем, что все устроено Словом Божьим. Также мы читаем, что вера от слышания, от слышания Слова Божьего. Чуть ниже, в 6 стихе 11 главы Еврея, мы читаем, что без веры, веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы каждый, приходящий к Богу, верил, что Он есть, и ищущим Его воздает. То есть очень просто. Если я прихожу к Богу, я верю, что Он есть. Если я верю, что Он есть, значит, Он мне поможет. Если я просто знаю, что где-то есть Бог, то мое знание где-то там на расстоянии и останется. Но когда я прихожу с познанием, что может Бог, читая Слово Божие, почему написано, что Словом Его, да, мы читаем, что Бог своим Словом устроил этот мир, Бог своим Словом держит этот мир, Словом своим Бог управляет этим миром. Достаточно одного слова, чтобы все изменилось. Мы сегодня молились, достаточно одного слова, и война закончится. И лично я в это верю, что это действительно сила. Это так и есть, потому что это позиция Божьего Слова. Именно через Божье Слово, принимая Его Слово верой, мы познаем Бога. Мы познаем, как Он действует, мы познаем, что Он говорит, мы познаем, когда Он говорит, в каких обстоятельствах, как и что. Поэтому, когда мы читаем Божье Слово, вот такие псалмы, как я прочитал, что Бог всемогущий, что Бог сильный, что Бог поддерживает, что Бог помогает, Бог утешает. Если ты в это не веришь, оно не будет иметь силы, оно не будет жизненным в нашей жизни. Но только лишь познавая Бога через веру, именно вот эти слова – они становятся реально, просто живыми в нашей жизни. Оно становится частью нашей жизни, потому что мы в это верим. И мы через это познаем Бога, какой Он.
Во второй очередь, что мы познаем Бога, Слово Божие говорит, это нам Иоанна, первое послание к Иоанна, 4 глава, 16 стих. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Также 3 глава, 1 послание Иоанна, 16 стих. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев своих». А в первом стихе 3 главы 1 Иоанна мы читаем: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его». То есть мы познаем Бога через любовь. Именно поэтому мы и говорим, что единственная причина, единственное объяснение, почему Бог открылся нам, это Его любовь. Единственная причина, почему Бог делает, помогает нам и делает свои дела в нашей жизни, это Его любовь. Почему мы сегодня говорим, что Бог любит нас? Потому что Божья любовь излилась в наши сердца Духом Святым. И через любовь мы познаем Божью любовь. Через любовь Божью, излитую в наши сердца, мы познаем Бога. И Иоанн говорит: «И если ты не познал Божьей любви, тебе эти слова непонятны. Мир потому не понимает, не признает, потому что он не познал Божьей любви. Но познавая Божью любовь, ты познаешь Бога». И знаете, когда мы читаем Слово Божие, есть одна очень такая интересная история, которая, ну, мне она очень нравится, это Евангелие от Луки, 15 глава, хотя почему-то так написано в нашей Библии, что это история о блудном сыне, но мне она нравится, когда я читаю историю о добром отце, либо любящем отце, потому что как бы там ни было, но главный герой, главный персонаж – это отец. Как много бы ни писалось о сыне, но все же главный отец, его позиции, его дела, его слова, его поступки. И вот мы, да, я не буду сейчас полностью пересказывать эту историю, кто хочет, 15 глава Евангелия от Луки, история эта очень легко читается, прочитайте дома, кто не читал. Но в 17 стихе мы читаем, что, да, мы знаем этот момент, когда младший сын, огорчив, унизив, пренебрег отцом, хамски, так дерзко, гордо, знаете, с такой широко распростертой грудью вышел с отцовского дома и пошел жить, как ему хотелось устроить свою жизнь. И вот пришел момент, когда он уже лежал на самом дне, когда он уже смотрел на корыто возле свиней, на ту еду, которую едят свиньи, написано, и этого нельзя было ему есть. Насколько, знаете, опустился такое дно. И вот мы в 17 стихе читаем: «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода». Вопрос: что побудило этого молодого человека думать о своем отце? Всего так просто. Он знал своего отца. Да, он дерзко поступил. Он унизил своего отца. Он пренебрег своим отцом. Но он знал, какой его отец. Он знал своего отца лично. И он знал, что в доме его отца всегда есть хлеб, есть еда. И даже рабы, и те лучше живут, нежели в то состояние, в котором он сейчас находится. Он понимал свое состояние, он говорит, думает, пойду к отцу, да, я не достоин быть сыном его, но он знал, что отец его примет. Он знал, что он будет хотя бы с рабами есть, но хорошую еду, избыточествовать хлебом. И именно поэтому он встал, мы читаем, и пошел к своему отцу. Написано, он пошел к своему отцу. Когда мы говорим своему, это тот, кого мы знаем. Когда, если бы он просто пошел куда-нибудь, вот туда он же пришел, к корыту. Но когда он пошел к своему отцу, он пошел, чтобы быть спасенным. Такая, казалось бы, такая, да, маленькая деталь, но она именно открывает для нас, почему вот эта мысль «пойду к отцу», она стала для него спасающей. И, знаете, может быть, для кого-то это и для нас будет очень ценным, что бы с нами ни произошло. Возможно, какое-то бы дно вы не увидели в своей жизни. Но если ты хоть однажды раз в своей жизни познал, прикоснулся с познанием Бога, хоть немножко верил в Него, хоть немножко познал Бога через веру и любовь в Него, увидел Божью любовь в своей жизни, ты, придя к Нему,
Даже с самого дна получишь спасение. Даже с самого дня Бог поднимет и скажет: ты не будешь рабом, а ты будешь моим сыном. Потому что Бог, потому что мы в этой истории читаем, отец вернул сына своего как сына. Он принял его не как раба. Он не стал ему морали читать, не стал вычитывать его, там, как ты мог, как тебе не стыдно. Но он говорит: это сын мой вернулся. В отличие, мы в конце этой истории читаем позицию старшего брата. Казалось бы, такой правильный, так все хорошо делал, все вовремя исполнял, все отцовские поручения, был просто идеалом. Знаете, форма хоть на выставку показывай. Но когда он увидел то, как отец отнесся к своему сыну меньшему, и вот смотрите, да, мы читаем такой как бы интересный диалог, игра слов. Он не называет своего брата братом, он не называет своего брата сыном отца, а говорит: этот, я, говорит, хотел с друзьями повеселиться, ты мне козленка не дал никогда. А этот, называя своего, как бы еще унижая его, показывая, насколько он правильный, насколько он весь такой, ну, показательный, этого ты принял и ради него пир закатал. На что отец ему ответил очень важные слова: сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. Слышите, все мое твое. Когда, какая трагедия, я бы сказал, да, для жизни старшего брата. Это можно применить к нам. Можно так много лет ходить в церковь, можно так много чего хорошего, правильного делать, но так и не знать своего отца. Так и не знать, что все его мое. Познание Бога в нашей жизни именно открывает для нас вот этот возможность, то, когда отец говорит: все мое твое, потому что меня он называет своим. И пусть для нас сегодня именно вот эти мысли, вот эти размышления, что познание Бога открывает для нас полноту Божьей благодати и милости в нашей жизни, когда все его становится открытым, доступным для нас, оно становится нашим. И когда мы имеем познание Бога в своей жизни, тогда мы понимаем, что то, что Бог говорит о защите, то, что Бог говорит о спасении, то, что Бог говорит о благодати, о мире, о любви, о прощении, об искуплении, о помощи, вот эти все, доступ к этим, я бы сказал, источникам благодати, они становятся открытыми для нас. Мы понимаем Бога, мы его начинаем понимать, мы начинаем его слышать, начинаем доверять ему и начинаем слушаться его. И когда мы возвращаемся к нашему псалму, да, вот этот 11 стих, и теперь опять его прочитаем, Бог говорит: остановитесь. Для чего? И познайте, что я Бог. Когда он говорит «я Бог», говорит о том, что он всемогущий. Когда он говорит, что я Бог, он говорит, что вся сила, вся власть у меня. Он говорит: буду превознесен в народах, превознесен на земле. То есть все то, что окружает нас, оно все подчинено ему. И он говорит: я Бог, но ты познай это. Ты познай, что все это в моих руках. Именно то, в чем мы нуждаемся, все в Божьих руках. То, что так важно, необходимо для нас сегодня, в Божьих руках. Но так просто. Иногда нам нужно тормознуть и довериться Богу. Именно иногда нужно просто остановиться и познать: Господь, что ты сейчас говоришь? Господь, как ты меня сейчас поведешь? Господь, какую ты сейчас для меня дверь откроешь? И, возможно, сегодня то, о чем я говорю, мы завтра уже забудем. Но я бы очень просил бы, просто отметьте в своей Библии, просто запомните вот этот 11 стих. Пусть он будет, знаете, как крепко вбитый гвоздь в нашей жизни, в нашем сердце. Остановитесь и познайте, что я Бог. Я Бог. Это то, в чем мы больше всего и чаще всего нуждаемся. Потому что когда мы, знаете, потрясаем потрясения, какие-то обстоятельства, мы как будто, знаете, рыба, которую с воды вытянет, ищешь воздух, за что ухватиться, за что, куда, что. Но Бог говорит: я Бог. Не вот это все остальное, но я Бог. И пусть это слово будет для нас таким, знаете, наставлением и благословением. Остановитесь и познайте. Не спешите, что я Бог. Да будете во имя благословенно в нашей жизни. Помолимся. Аминь. Отец, во имя Иисуса, я благодарен Тебе, что через Твое Слово Ты открываешь нам себя. Через Твое Слово, Господи, Ты показываешь нам себя. Господь, Ты приближаешь нас к себе. Ты открываешь нам себя. Но, Господи, помоги нам не спешить. Помоги нам, Господи, понимать, что
как, какие бы ни были обстоятельства, как бы трудно, как бы, может быть, быстро не нужно было бы что-то делать. Но так важно принять правильное решение, сделать правильный выбор, сказать правильные слова, сделать правильные поступки. И Слово Твое говорит, чтобы познать Тебя в своей жизни, чтобы видеть Твой путь, Твой выход, Твое решение, чтобы видеть то благословение, которое Ты открываешь для нас. Научи нас, Господь, познавать Тебя, научи нас любить Тебя, научи нас верить Тебе и доверять Тебе всем сердцем своим. Да будет Твое имя благословено в жизни нашей. Мы благодарим Тебя и уповаем на Тебя, Отец и Дух Святой. Аминь.